Друзья, пока с подвала пришла, покушала, посуду помыла. Начала искать носки, чтобы показать вам. Думаю, пойду, выйду, посмотрю гусей. А у нас на улице снег он. Видите? Вовсю. И причем снег мокрый. Не то, что мокрый, но он такой тяжелый. Я уже по нему вижу, когда он падает. Ой, чистить будет тяжело. Те два снега выпадали, они пушистые были такие. Первый снег был пушистый, второй снег такая, как манная крупа была. А это, видите, как он медленно падает. Влажный. Прямо берешь, и он так прямо в этот снежок скатывается. Ладно. Температура сколько? Ноль. 0 градусов. Ой, я не умею, где вы? Видно, не видно. Сейчас домой зайду, на штатив поставлю, будем носки штопать. Обзор моих носок. Это мама мне навязала. Вот. Раз, два, три вот такие. 4, 5, 6. Так, следики. Раз, пара. 2, 3. Четвертый на ногах. Покажу вам носки, которые я штопала. Я искала, друзья, не нашла. У меня все ходовые носки, они заштопанные все. На ногах вот следики, но они целые. Недавно надела. Единственное, нашла вот одни следики. Вот. Я, по-моему, один раз надевала их, видите, они еще чистые. А здесь, ура, дырочка. Вот хотел побольше, но придется вот такой маленькой дырочкой. На маленькой дырочке показывать вам. Покажу вам. Друзья, кто не с этого канала, кто не случайно зашел, друзья, не падайте. Да, я штопаю носки. Почему столько мало много навязала мне? Вот последние, вот это первые носки были. А потом, видимо, у меня у мамы, кто не знает, кто недавно на канале, маме 7-6 сентября делали операцию на глаз. На левый глаз ослепла, у нее там глаукома была. Меняли хрусталик. Вот. Я потом поехала, забрала у нее все спицы, все крючки, всю пряжу забрала, чтобы она там не вязала мне. Мама как приезжает, я сижу, штопаю носки. Мама думает, что мне надеть больше нечего. Она начинает вязать. А тем более, когда глаза это проблемы, плохо видят. И она в последнее время говорила, говорит, что-то плохо вижу я. И вот она, вот это носки, видите? Вот эти три пары. Они вот такие обычные, нормальные. А вот это уже, когда она глазами проблем была, видите, где подъем? Должно быть вот так носок. Вот так должен быть носок, правильно? Вот так. А здесь подъем вот какой. Но все равно шерстяные носки хорошие. Вот. Вот эти три пары, они все такие. Ну вот это еще более-менее, но вот видите, тоже вот. Нет, вот это еще нормально, более-менее нормально. Вот эти носки, вон сильно, видите, выпирают. Я маму тогда спрашивала неделю назад, говорю, не умею, надо меня научить носки вязать. Потому что у меня пряжи много. Видите, здесь вот эта часть лишняя. Вот такой носок должен быть. Пойдет! Это на вопрос, почему мама мне столько связала. И шерстяные носки, вот такие следики. Как не приедет, так я штопаю. Я вас предупредила, не падайте. Я просто штатив пониже попустила, чтобы видно было. Вот носок был длинный. Просто здесь как там что-то распустилось, я взяла, отрезала. И крючком вот столбик с накидом или без накида, с накидом связала. Подошву показываю. Вот. Вот латка, вот латка, вот латка. И вот латка на пятке. Вот. Вот, латки, видите? Это грязное что-то на опыт. Вот. Это я со стиральной машинки достала. Вот одни носки. Это носок вообще тушите свет называется. Вот.
Латка, 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 латка. Вот, 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 вот завихрение. Пятку показываю. Пятка, вот, сплошные латки. И пошла. Вот этот носок вообще, это первый носок, мои любимые, они классные. Вот чисто овечья шерсть. Это один носок от пары. То же самое второй вот. Видите, латка на латке. Латкой погоняет. Вот они все. А вот такой тоже у меня вот на ногах сейчас. У меня с этой серебрянки. И вот носок. Там тоже латки делала. А потом пожалела, потому что такой пряжи больше нету. Вот такое. Эти носки в самолетах выдавали раньше. Сейчас не знаю, выдают, не выдают. Когда в Турцию летали, нам выдавали, чтобы в самолете, чтобы ноги не мерзли. А здесь вот этот прорезиненный рисунок. Я вот пришила. Вот, и на пятку так хоп, забежала. Вот. Видите? Вот моток у меня чистая шерсть. Овечья черная. Коричневая такая. Вот это фабричная уже, покупная нить. Вот еще осталось овечья. Ну, это хорошая прямо, видите, ровная. Если вот эта вот она вся какая-то, видите, в неровностях. Вот этот следик целый, а этот вот следик с дырочкой. Я не знаю, получится, не получится мне показать вам. Белая есть, видите, можно было этой. Но вам не видно будет на видео. Я поэтому возьму серую. Здесь голубенькая вот каемочка есть. Серую возьму, кто мне на мою подушку смотрит. Специально для вас серой будем штопать. Вот обычным крючком. Обычный крючок. Я не знаю, здесь размер пишется, не пишется. Это советский. 43 копейки стоил. А вот такой крючок у меня есть, смотрите. Ой, это я откуда-то привозила, не знаю, или покупала где-то, или у нас, или куда-то ездила. Вот такой крючок. Вот на своей кофте буду показывать. Видите? Это петли поднимать. Раньше на колготках петли поднимала. И там, где поднимешь петли, откуда дырочка, стрелка пошла. Потом петли поднимешь, и потом там зашивала. И получалась маленькая такая горошинка. Тогда же ничего не было, друзья мои. Сейчас я установлю камеру нормально. Друзья, не знаю даже, я никогда на камеру не показывала. Даже, ой, что-то волнуюсь я. Сейчас. Вот здесь одна петелька ушла. Ой, как вам показать, не вижу. Вот одну петелька, которая убежала. Туда эту нитку продеваю. Ой, сейчас. Ой, неудобно на весу держать. Ну вот. Главное нитку зацепить, да? Хвостик пускай болтается. Здесь следик удобно, видите? Палец просунула с той стороны. И вот нитку держу. И вот. Носок проткнула. Сейчас там двойная она. Вот я вытянула. Получается две петли на крючке. И вот эту, которую вытянула, я в первую петлю. Раз. Дальше поехали. Прям подальше можно брать. Не в крайние петли, а прям подальше. Видите, вот. Сейчас. Не фокусируется как-то. Вот. Получается, один ряд, второй ряд, даже в третий ряд воткнула крючок. Вытянула петлю, нитку, видите? Две петли мне на крючке. И в первую, во вторую. Вот. Ой, блин, что-то неправильно сделала я, друзья мои. Я наоборот. Сейчас я распорю.
Неправильно. Наоборот, нитка должна быть. Как? Что-то я неправильно сделала, друзья мои. Сейчас. Не умею я обучающее видео делать. Сейчас. Здесь несколько ниток в одну нить. Сейчас, руки мои. Ой, похвалилась, блин. Неправильно сделала я. Ну, принцип такой, друзья мои. Просто сверху надо нитка, чтобы снизу шла. Я, видите, нитка вверху, а крючок внизу. Ладно, попробуем так. Ой. Не протела. Вот, берем. Не видно. Я не умею так. Надо камеру, наверное, наверх ставить, чтобы сверху снимать. Вот. Одну нитку вытянули. И в первую петлю. Проткнули носок. Захватили нитку. Вот, на крючке две нитки, две петли. И вот последнюю в первую. Сейчас, друзья, что-то неправильно, я сейчас нормально начну. Друзья, вот распорола. Вот получается. Сейчас я снова вам покажу. Вот вытащила. Сверху я снизу брала. Сверху в петлю стрелку, чтобы она не убежала. Подхватываем. И нитку. Продели, да? И получается, видите, крючок сверху, а нить снизу. Вот этот хвостик пускай болтается, его можно потом отрезать. Потом в дырку втыкаю руку. Вот. И сверху, где-то, наверное, второй ряд. Воткнули. Снизу поддели нитку. Блин, видно, не видно, я не успеваю смотреть в камеру. Ой. Упустила эту нитку. Сейчас. Вот. Вытягиваем снизу одну нить. Получается на спице две петли. Вот последнюю в первую петлю продеваем. Вот. Столбик получился почти. Столбик или не столбик. Я сейчас не разбираюсь в вязании. Раньше вязала я, друзья мои. Да, сейчас правильно получилось. Раньше я вязала, свитер мужу вязала, ну, шарфы, как все. Вот. Сейчас я попробую немножко по-другому вам показать. Вот так видно будет издалека. Вот получается один ряд, второй ряд. И в третий ряд можно воткнуть крючок. Вот нитка на пальце снизу. И изнутри вытягиваем нитку. Это меня первая свекровь научила штопать носки. Я вам скажу, такая занимательная вещь. Нервы успокаивает. И польза. И вот здесь видите, где... Видите, вот строчка идет. Не строчка, вот это столбик. Здесь петля может разойтись. И туда где-нибудь, хоп, сверху воткнули. Внутрь. Нитку подхватили. И в предыдущую петлю. Хоп. И дальше поехали. Вот смотрим, где тут петли. Чтобы они не убежали. Носок порвется, латка будет стоять. На месте. Я же показывала там носки. Латка на латке. Сейчас я быстро круг провяжу. А потом покажу второй ряд. В принципе, второй ряд такой же. Там уже в серая нитка пойдет край. Я не знаю, там кто, наверное, новенький зайдет на канал, скажет, что она здесь нам Америку открывает. Ну, друзья, я показываю, как я штопаю носки. Я даже махровые носки, вот эти, которые бывают, продыряются, чтобы не зашивать. Я их тонкой,
тонкой пряжей заплатки делаю. Латки. Латки, заплатки. Нет, это не заплатки, наверное. Штопаю, короче. Сейчас я один ряд провяжу быстренько. На улице снег. Я не знаю. Блин, мне в 4 часа же хотела адвокату позвонить. Сейчас, ладно, сейчас я довяжу. Кстати, я от того адвоката отказалась, который 300 тысяч зарядил. Вчера по объявлениям обзвонила. 300 тысяч, 400 тысяч, 500 тысяч. Именно по моему вопросу. То есть установление юридического родства между братом и сестрой и что родители наши родители. Я почему решила по завещанию там деньги, допустим, или там что-то причитается брату, я могу и по завещанию получить. Но в будущем у меня у самой свидетельство неправильно написано. Потом думаю, когда я умру, чтобы дети то же самое с моими документами так не мучились, по архивам не бегали, чтобы адвокатов не нанимали, чтобы через по судам не бегали, по нотариусам. Вот, друзья, сейчас, секунду. Наверное, как я мастер-классы смотришь, блин, так все понятно, видно все, а у меня не видно. Так, ладно, покажу, как есть. Видите, вот один носок где, я прям подальше беру. Сейчас, вот, видите, дырочка остается внизу, а вот эта нитка сверху получается. Поехали второй ряд. Пока один-два ряда я пройдусь такими же, петля в петлю. А потом уже, там дырочка же меньше будет, там уже нужно будет по одной, через одну петлю. Потом сужается круг, еще меньше, еще через две петли. Сейчас. Вам видно, не видно, блин? Неудобно, я и в телефон смотрю, и на нитку. Ну вот, смотрите. Вот. Сейчас я в камеру посмотрю. Вот. Видите, вот петля. Петля, ну вот как она, петля эта, которую мы провязали. В нее сверху втыкаю, в крайнюю часть петли втыкаю крючок, нитку захватываю, вытягиваю и в эту петлю. Вот, сверху воткнула, подхватила нитку и в эту петлю. Ну, кто вяжет, наверное, они смеяться будут. Я не умею вот это рассказывать, как привязки там. Столбик с накидом, столбик без накида, без накидки, без накида. Ну, в общем, так вот. У меня свекровь так вот штопала, я сидела, просто смотрела. Она мне тоже, как я вам показываю, показала, как начать. Сейчас я один ряд провяжу. Ой, извините. Что-то я, по-моему, в подвале опять простыла. Эта нитка, чем плохо, она вся... Здесь, видите, несколько штук. Раз, два, три, четыре, шесть ниток. Я помню, мы в детстве сидели по разным этим коробочкам. И вот в одну, для того, чтобы она толще была, в одну заматывали. Сейчас, друзья, один ряд провяжу, еще покажу вам. Друзья, вот я два ряда провязала. Видите, уже белого носка не видно, вон он. Мы когда дыры начали, там дырочка была, и вот такое расстояние было от носок белый, да? Вот, видите? Она вот здесь как немножко, видите, столбиком, они заборчиком стоят. Теперь нужно на убыль идти. Теперь чуток вот так нитку вытягиваем. Вот, эту нитку держу пальцем. Потом уже одну петлю пропускаю во вторую. Хоп, вытянула. В эту петлю. Потом одну пропустила петлю. Во вторую. Ой. По одной петле пропускаем. Вот. Через одну, то есть. Вот. Здесь петля. Видите, вот. Вот она. Одну пропускаем, в следующую втыкаем.
Раз. Так же. Дальше. Вот одну пропускаем. Видно вам? Вот эту одну, где она? Вот одну пропускаем вот сюда вот. Втыкаем крючок. Вытягиваем нитку. Дальше. Вот. Не вижу. Одну пропускаем, вот следующую. Ой, не видно. Одну пропускаем в следующую. Прям в серединку втыкаем. Вытягиваем нитку. Ой, нет, это я... Подождите. Это я неправильно посчитала. Это вот от этой. Вот одну пропускаем, эту, вот в эту. Через одну же. Вытягиваем. Провязываем. Одну пропускаем петлю, во вторую. Ой, в телефоне, где вы там? Я не вижу, видно вам, нет? Вот одну пропускаем, во вторую. В серединку втыкаем, снизу поддеваем нитку и в первую петлю вот протягиваем. Так, одну пропускаем вот в эту дырочку. Вот, вытянули нитку. Ой, нос чешется. Видите, дырочка совсем маленькая стала. Одну пропускаем во вторую. Диаметр уже уменьшается. Вот. Одну пропускаем во вторую. Смотрите, дырочка какая сейчас стала. Вон. Сейчас нитку беру. Видите, со спичной головкой он дырочка. Вот. Одну пропускаем. Мне сверху не видно даже уже. Протягиваем ниточку. И там совсем маленькая осталась дырочка. Вот. Вот видите? Вот она дырочка. Крючком показываю. Одну пропускаем. Вытягиваем нитку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Здесь плохо, видите, она не скрученная. Много ниточек. Сейчас. Сейчас мне не видно здесь. Так вот. Одну пропускаем, подхватываем ниточку, вытягиваем и в первую петлю. Так, сейчас посмотрим. Ой, все, други, она... Вот. Сейчас крючок уберу. Видите? Латка готова. Теперь я, ну, примерно вот столько оставляю, отрезаю. Вот этот кончик. Ой, на телефон как неудобно оказывается. Вот так, нитку. Сама в телефон смотрю, сама. Вот, вдела. И затягиваем. Затянули. А здесь, видите, вот. Вот она. Дырочка осталась маленькая, малюсенькая. Я прямо... Ну, там конец уже можно любой, может любой спрятать. Вот отсюда воткнула. Ой, у меня руки наизнанку прямо. Отсюда руки воткнула. Ой, это крючок воткнула. В дырочку высунула. Подхватила эту нитку. Вот так подхватила. Сюда вытянула. И еще раз для надежности в эту петлю. Вот. И там видно будет. Видите, как она... Колпачком стоит. Чтобы колпачка не было, ее нужно вот так нитку. Видите, колпачок? Вот на фоне свекурт. Как юрта получилась, как тюбетейка. И нужно вот так ее. Отсюда вот тоже. Ну, концы спрятать. Девчонки, ну вы сами все знаете. Вот. Лишнее можно отрезать уже. Никуда она не денется. Или вовнутрь вытащить. Все, други мои. Вот она. На белом носке. Синяя латка. Кругленькая. Оно, а снутри, она, смотрите, как. Видите, вот это лохматушки. То, что порвано было. Когда бывает, такая, знаете, носок протирается. Здесь дырка, допустим, да? А здесь тоненько-тоненько. Вот прям как морлевка стала нить, да? Я прям беру ножницами и отрезаю ее. Там она погоды не сделает.
Вот где вот тоненько-тоненько стерлась совсем, не сегодня, так завтра порвется. Я вот эту истонченную нитку срезаю вот так, побольше дырочку. И получается большая латка вот такая. Друзья, носок сотрется, латка останется. Вот показывала же, что не подошва, а сплошные латки. Вот. И она прочная-прочная. А снутри, снутри его, видите, носишь, и она вся пушистая уже стала. Вот. Что-то прилипло. Сплошные латки, вот и вот пара. Здесь вот серая почему-то, видимо, ту не нашла. Здесь такая тоже нить. Поэтому, друзья, вот так. Сейчас, наверное, кто первый раз зашел на канал, будут писать, скажут, о, нищета, сидит, носки штопает. Друзья, ну я штопаю, но мне нравится. Вот видите, поштопала и настроение хорошее стало. Ну мне нравится, друзья, во-первых. Во-вторых, это мамин труд. Она мне вязала носки. А магазины, махровые, но сейчас, допустим, какие... Такие говорят, с верблюжьей шерстью. Ну, куда там верблюжья шерсть? Шерстяными носками ногам теплее. Потому что это, во-первых, натуральное. Ну, в основном, вот баранья шерсть, это баранья шерсть шерстяные. Это вот просто крашеная баранья шерсть. Это вот все ручной. Ручная, как вот на прялке. У мамы раньше была какая-то прялка. Палочку такая зацепляешь ее, вот так делаешь, она висит. И мама, я помню, она шерсть вот так делала. И на эту прялку немножко кусочек намотает. Сделала, раз это веретено. О, веретено! Крутится. Такой кусочек закрутился. Потом немножко шерсть так вот, не отрывая, вот так растягивает. Потом намотала, веретено сделала, держит на вытянутой руке. Оно внизу крутится. И поэтому, видите, нитки, они неровные. Это ручное. А это вот нет. Это какая-то меланж какая-то нитка. А вот это шерстяные. И вот это чисто шерстяные. С бараньей шерсти. Ну почему я должна выбрасывать, друзья мои? Стыдно, но я штопаю. И вот говорю же. Мама как не приедет, я штопаю. Или носки, видите, лягу, мама говорит. Ой, бедная была. Тебе носить, наверное, нечего. И уезжает. И сидит по вечерам, мне носки вяжет. Приезжает, говорит, Айна, Зинаш, я тебе вот носки связала. Говорю, мама, у меня есть. Она, нет, пускай будет. Потом опять приезжает, опять я в таких носках. Вот, сижу, штопаю. Она говорит, что ты делаешь? Я говорю, носки штопаю. Мама промолчит, едет домой, вяжет опять. Приезжает, она говорит, или ко мне приезжает, говорит, Бала, я тебе вот еще носки связала. Говорю, мама, ну куда мне солить, что ли, их? Она говорит, Зинаш, пускай будет. Приезжает, я вот так зашиваю. Мама уехала. Поехала, опять вяжет. Этого мало. Так она мне вот следиков навязала. Ну, типа, чтобы носки, если продрявятся, чтобы такие носить следики. Вот это тоже баранья шерсть, но там с добавлением... Опа! А там добавлена вот эта нитка. Вот она. Видите? С бараньей шерстью. Это вообще плотные. Вот она прям пяточку вывязывала. Я не умею носки вязать. Ни варежки, ни носки не умею вязать. Вот пятку не умею выводить. Но мама обещала мне на днях показать. Вот видите. Так что, наверное, кто зайдет на канал первый раз, скажет, ой, нищеброд. Как мне писали же, что в Казахстане, посмотришь, нищета сплошная, жалко людей. Друзья, нет нищеты. Но мне нравится. Может, кому-то пригодится. Не знаю, но мне тепло в таких носках. Частный дом, полы холодные. Вот. Я показывала. Вот у меня снизу такие носки магазинные. Но я их тоже, видите, тоненькие. Я их тоже штопала. Вот из серебрянки носки. И вот следики. Я вот не знаю, здесь есть, нету латок. Посмотрите. А, здесь я трикотаж сделала в цвет окос, вот. Тоже, потому что серебрянка, мне жалко их. Такой пряжи у мамы нету больше. И вот от старой футболки в цвет. Я вот так как следик пришила.
И сверху следики надела. Вот. Все. Больше нету носок, друзья мои. Единственный следик нашла. Ой. Вот. Некрасиво, но ради друзей чего не сделаешь. На белом носке серая латка. А ну не переживайте, она даже когда латку сделаете, она вот вроде как рукой здесь тоньше, а здесь, естественно, плотнее. Она будете носить, она стопчется. Все, други мои, опять 30 минут. Будете говорить, опять длинное видео. Ну как я за 5 минут вам покажу? Ускоренной съемки нету. Все, други мои, пока, ваш Зинаш. Раз обещал, думаю, надо носок. Там мне девчонки уже писали, что уже у двоих девчонок носки дырявые нашли, приготовили, ждем. Пробуйте, девчонки. Ваша Зинаш.